Всем привет! Гуляю по ночной Корее, город Мокпо. Скоро вернусь домой, потом месяц посижу и прилечу обратно, ну уже как на родину. Наблюдаем пейзажи, сейчас прокручусь по кругу. Очень даже красиво, все гуляют, кушают сифуд и занимаются спортом. Здесь мы решили прогуляться по ночному городу и увидели танцующих девушек и женщин. Очень веселые танцы, конечно, получились прямо на набережной. Смотрите сами, как они танцуют. Это действие происходит, ну, скорее всего, каждую субботу. Это каракатицы. Вид у них такой печальный. Проходили мимо ресторана, решили посмотреть весь сифуд, который они кушают. Ракушки. Это, я не знаю, кто знает, пишите в комментариях. Это камбала какая-то или что-то, я не знаю. Глубоководная рыба, приплюснутая. Это тоже не знаю. Такая рыба страшная, да? На вид, да, не очень веселая рыба. Это тоже что-то непонятное. Это вот морской огурец, который мы в будущем скушаем с четвертым механиком, с кимчиком, с корейцем. Накормит он меня. Ну, видите, на вид какой. И на вкус, когда я жевал, конечно, как какие-то уши свинячьи. Это мидии большие. Это, кажется, морской окунь был. Это как зебра вообще, рыба, не знаю, что это такое. Ну, рыба есть рыба, это не экзотика. Улиточка еще одна. Ну, улиточек я с вьетнамцами ел тоже. Неплохо. Омарчики. Увеличенные раки. Лобстеры. Лобстеры. Ну, и пошли вечерком прогуляться по городу. Это крабик. Тоже такой. Сейчас еще одни крабы будут. Выглядят как инопланетяне. Вблизи, вот они, точно инопланетяне, сейчас аж перепугаются, вот этот, оп, перепугался, вторжение марсиан на планету Земля, вот же снова каракатицы, грустные, зависли в грязном аквариуме, каракатицу я не ел даже, и вот эти черви, слава богу, что мне старпом показал, красные. И потом кимчик мне их подкинул в соусе, но я их не ел. Вот они левее от креветок лежат. А то шевелится, это кальмары живые. Вот такая еда. Сейчас моим товарищам отправлят, они боятся такую еду есть. Ну все, вот национальная еда. Кокамбра? А, все, я понял. Это морской огурец, который я показывал раньше. We will taste. Это, короче, этот огурец. Огурец, который мы вчера видели. Ну, а как его живого можно есть? Сейчас будем пробовать. Какой-то осьминог. Октопус. Этот большой. Это живая еда, чистый белок. Когда он перестал шевелиться, я начал его есть. Ну, только пиво и помогло. Проходим мимо более-менее европейской, американской забегаловки. Музыка звучит не корейская. Это, можно сказать, центральная аллея города Мокпо. Вечером, видите, все красиво. Машинки стоят, магазины работают. Ну, еще вернемся, походим. Это мост. И та же самая, видите, дорожка беговая. Можно бегать. Ездить на велосипедах, на мотороллерах. Все красиво. Снова же смотрим на шоссе. Четырехстороннее. Ну вот, прям как сад. Это центральная улица города. Городочек маленький, 300 тысяч человек. Но очень жизнь спокойная. Мне больше нравится, чем какие-то большие города. В Сеуле я проездом был. Ну, в Пусане походил, как бы тоже там. Все сильно перенасыщено. Здесь веселее.
Это все выборы у них 13 июня были. Дальше будет смешной эпизод. Девушки будут завлекать депутатов. Это проходили мимо одной шиномонтажа корейского. Вот стоят два манекена, кланяются. Распродажа, сверху покрышки. Не всем покрышки еще спалили. Вот молодцы, что делают. Видите, какая скульптура. Скульптура дракон, всадник из покрышек. Вот это молодцы, нашли применение. Не как у нас. Шедевр. И вот девушки с утра. Очень смешно выглядят. Справа немножко вяло делают ручками. No, the same. I see this first time in my life. Just only evening time. Our guys. Ну, это мы вечерком поужинали. Лобстер и стейк замечательный. Ананасик, шампиньон, перец. Такой ужин. И картошка. И киви джусик. $7 стоит. Киви джусик.